Краснодаре прошел фестиваль спорта «Чемпионат «Время сильных», где в составе Краснодарской краевой федерации джиу-джитсу выступили представители Сочи. Новая техника завораживает и заставляет взглянуть по-новому на борьбу дзюдо и самбо. Но здесь бывает, что ответ чуть-чуть сбивается на срыве, здесь. Но потом он разбивает. Поехали! Заниматься джиу-джитсу одинаково увлекательно как в зрелом, так и в юном возрасте. С недавнего времени под эгидой Федерации борьбы дзюдо и самбо города Сочи на курорте активно и, главное, официально развивается спортивное джиу-джитсу. Будем разбирать дальнейшее развитие джиу-джитсу в нашем крае, так как у нас джиу-джитсу вид спорта новый в нашем крае. И постарались сегодня собрать всех представителей, где сейчас развивается джиу-джитсу у нас здесь на Кубани. Всего порядка 400 спортсменов в рамках чемпионата прошли соревнования и показательные выступления и по другим видам спорта. А для семей, любящих спорт и здоровый образ жизни, были проведены любительские спортивные соревнования. Все с одной целью – привлечь в залы как можно больше детей и взрослых, потому что наступает время сильных. Все видео Сочи на maxportal.ru.